За 3 года занятий теннисом Руслан Ильгузин выполнил 3-й взрослый спортивный разряд. По словам юноши, теннис – сложный и интересный вид спорта, в котором всегда есть место для совершенствования техники и красоты элементов. Юный теннисист – неоднократный победитель и призер городских соревнований. В этом году Руслан стал 2-кратным золотым медалистом в одиночном и смешанном парном разряде. Прошли для меня эти соревнования очень тяжело. Я очень старался занять 1-е место, но в итоге у меня получилось добиться своей цели. Я выиграл в этих соревнованиях и занял 1-е место. Были очень хорошие соперники. У них также были свои тактики, которыми они могли обыгрывать, но обходить их тактики все равно получалось. Были выходы из таких ситуаций. Традиционные ежегодные городские соревнования по теннису в молодежном центре проходили в 3 дня. В состязаниях приняли участие порядка 30 спортсменов в 3 возрастных группах в одиночном и парном разрядах. Самые маленькие воспитанники секции тенниса впервые испытали себя на корте на серьезном турнире. Тут соревнования. То, что тут можно показать, ну, чему-то научился. У меня стало получаться, и тут очень хороший тренер. А какое ты место заняла на этих соревнованиях? 3-е. Соперники были довольно-таки сильные. Ну, и мы, возможно, решили, как можно их победить. А что было сложного в соревнованиях? В соревнованиях было сложного, когда соперник пытался обхитрить, либо пытался сделать какой-нибудь очень мощный прием. Сложно достаточно. Ну, я умею играть просто достаточно. Ну, еще и легко было как-то. И сложно, и легко. Да. Что было сложно? То, что они сильно так подают. Сложно было отбивать. Воспитанники секции тенниса молодежного центра всегда очень серьезно настраиваются на эти соревнования. По словам тренера, у детей можно увидеть разный спектр эмоций. И даже при отчаянии от поражения юные спортсмены все-таки выходят на корт и забирают призовые места. Они вот к этим соревнованиям готовятся прям вообще очень добросовестно. У нас 2 недели было подготовки. Когда мы им сказали, они прям на тренировки ходили каждый день. Победители и призеры соревнований вошли в состав общей сборной по теннису. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.